Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Пикник. Давно не сплю. Жду вас. Ждешь? А зачем? Здравствуйте, малыши. Кажется, наша пандочка задумала что-то интересное. Здравствуйте. Я приглашаю вас на пикник. Вот. У-у-у. Пикник? Здорово. Значит, договорились. Я побегу готовиться, а вы приходите. Ты скоро? Пикник же! Да-да, я уже готова! Побежали? Ой, а куда бежать? О, где пикник? Раз пикник, значит в лесу. Сейчас найдем! Пандочка! Здесь ее тоже нет. Пандочка, пока не пришли? Пока нет. Может быть, они заблудились? Заблудились? О, точно! Я же им не сказала, куда идти! Правильно, пандочка! Нужно подсказать малышам точный адрес. Адрес? Адрес. Подвести? Ага! Говори адрес. Адрес – это правильное название места, где кто-нибудь живет или работает. По адресу можно прийти в гости к друзьям. Отправить письмо. Только адрес должен быть точным. Название города, улицы, номер дома и квартиры. Тогда письмо попадет прямо туда, куда нужно. Некоторые адреса нужно знать наизусть, как стишок. Ага, например, свой адрес. Запоминайте, малыши. Город, улица, дом, квартира. Приехали. Теперь я знаю, что такое адрес. Город, улица, дом, квартира. Вот вы где. Пандочка, ты нас нашла. А теперь вы меня найдете. Запоминайте адрес. Детский сад, группа малышарики, Песочная улица, дом 4. Я вас там жду. Пандочка, подожди. Убежала. С детским садом все ясно. С группой тоже. А где у нас тут Песочная улица? Песочная? Я знаю, куда идти. 2 домика. 3 домика. Вот, дом 4. А вот и пикник. Пожалуйста, пандочка. Спасибо, что пригласила. Да, малыши, отличный получился пикник.
Но главное, вы теперь знаете. Чтобы не заблудиться, всегда нужно знать точный адрес. С ветерком. Здравствуй, ежик. Чем это ты так увлекся? Здравствуйте. У меня вот змей. Змей? Где змей? Я его боюсь, он страшный. Не бойся, Нюшенька. Мой змей не страшный. Он яркий и летучий. И правда, воздушный змей получился. Ай да ежик. Еще не получился. Ему нужно хвост приделать и ниточку привязать. Летучий, не страшный. Вот здорово. А можно тебе помочь? Конечно, неси сюда хвост. Он вон там. Это мочалка, чтобы мыться. Никакая это не мочалка. Это гирлянда, чтобы красиво было. Это хвост для летучего змея. Для змея? Вот хвост, ежик, держи. Спасибо, Нюшенька. Вот, готово. Иди, змей. Ой. Не летит, но почему? Малыши, чтобы змей полетел, нужен... Я знаю, что нужно. Крылышки. Точно. Ничего не понимаю. Я же все сделал правильно. По книжке. Ха! Ему нужна высота. Ну-ка, лети. Все равно не летает. Да, ежик. Дело в том, что змею для полета нужен ветер. Без него не полетит. Ветер? Ветер. Это ветер. И где же он? Ветер – это поток воздуха. Его можно услышать, можно почувствовать, а вот увидеть ветер нельзя. Хотя, если присмотреться... Да можно! Да, малыши, если присмотреться, то можно увидеть, как ветер колышет занавески, гнет деревья и кусты, гонит облака. Ветер бывает разным – легким обдувающим ветерком и сильным, сбивающим с ног ураганом. Но люди давно научились пользоваться силой ветра. Раньше ветер крутил лопасти мельниц и помогал делать муку. Сейчас ветер крутит лопасти генераторов и создает электричество. Ветер надувает паруса кораблей. А еще ветер умеет играть! Ну и ну! А ведь и правда, ветер не только отличный помощник, но и товарищ в веселых играх. А теперь вперед! Ветер искать! Туда! Ух ты! Ветер! Не слабый ветерок, но не ураган! Такой, как нам надо! Лети, змей, лети! Лети! Как красиво! Ну, малыши, какой хороший змей у вас получился. И как хорошо летит с ветерком. Скорая помощь. Нюшенька-барашек, доброе утро. Куда это вы идете? Мы идем лечить куколку. Мы врачи. Чур я с вами. Куда идти? Только не отставай, мы скорая помощь. С
скорая? Сейчас я вам покажу настоящую скорую помощь. Ой! Ой, не едет! Сломалась? Нет, просто антенка согнулась. Попробуй ее распрямить, крошек. Некогда, я же скорая помощь. О, поеду на грузовичке. Сломалась. Нет, крошек, просто ветки согнулись и не дают грузовичку проехать. Попробуй их распрямить. О, я лучше вот поеду на подъемном кране. Скорая помощь всегда первая приходит на помощь. Как же ей помочь? Ой, мы не знаем. Не-о. А вы посмотрите внимательно, малыши. Куколка согнулась, значит, надо ее... распрямить? Да, крошек, распрямить. Осанка. Ёжик, что это ты весь свернулся, скукожился? Где твоя красивая осанка? Осанка? Да. Ну-ка попробуй. Ровная спинка. Вот так. Ровные плечики. И раз, и два. Голову и иголки вверх. Вверх. Отлично. Правильная осанка нужна для здоровья. Поэтому важно делать зарядку и упражнения для осанки. А еще держать плечи и спинку ровными, когда стоишь или идешь. Когда сидишь и читаешь. И когда рисуешь. И когда ешь. А еще осанка нужна для красоты. Ля-ля-ля. И для высоты. Действительно, с правильной осанкой все становятся выше и красивее. Ну что, малыши, теперь вы знаете, как помочь куколке? Знаем! А, и я знаю! Поберегись! Ну вот, теперь куколка ровная. Ой, а деревце кривое! Ура! Скорая помощь всем успела помочь! Да, малыши, вот теперь все ровное, красивое и, главное, здоровое, с правильной осанкой. Невидимки! Два, здравствуйте, три, малыши! Привет! Добрый день! Добрый день! Молодцы, малыши! Сначала полезная гимнастика, а потом полезный перекус. Хорошо! А теперь бег на месте! Раз, два, три. Бежите! Бежим! Раз, два, три, четыре. А никуда не добежите! Вот так! Это почему? Потому что микробы вредные, невидимые! Везде! Ой! Микро... что? Микробы! Они как прыгнут! От них болит живот, и голова, и зубы! Ой-ой-ой! Все болит! Не бойтесь! Я этих микробов прогоню! Не прогонишь! Их очень много!